Роман, прошло уже несколько недель с тех пор, как вы вернулись с военных действий. За это время мы оба внимательно следили за вашим состоянием. Одно лишь могу сказать. Признаков посттравматического стрессового расстройства у вас нет. Но тревога усиливается. У меня стойкое ощущение, что близится атака. Террористическая. Так. Последнее, что меня держит под контролем, часы отца. Единственная вещь, которая напоминает мне о мире. Я выпишу лекарства, снимающие симптомы. Волноваться не стоит. Поверьте. Давайте поговорим об этом. Откуда? Как назначенный психиатр, я смогла достать эту маску. Она ваша. Я оставил это в прошлом. От себя не убежать. Претарианец. Было вашим кодовым именем, не так ли? Так точно. Почему именно претарианец? Чаще всего мне доверяли миссии по охране особых лиц. Иногда выполнял специфические поручения. Например, ликвидация? Я прошу прощения, предновогодняя суета. Вы не против, если сегодня мы закончим наш сеанс пораньше? Смотри, куда идешь. Ты, наверное, извиниться хотел? Пошел ты, придурок. Привет, Ром. Как прошло? Представляешь, нас Дима пригласил на свой день рождения сегодня. Заодно и возвращение твое отметим. Мы тут так и не собрались вместе. Но я... Пожалуйста. Давай вместе хорошо отдохнем. Ладно, только недолго. Спасибо большое, что пришли. Ромыч, можешь типа как остальным? Я украду у тебя на секунду Вику.
Тебе чё надо? Эй, дружище, ты чё, оглох, что ли? Мужчина, военный, а ведешь себя как тряпка. Даже слово «против» сказать не в состоянии. Ничтожество! Долг спасти всех этих людей. Долг? Перед самим собой. А кто, если не ты? Да кто угодно! Роман, сосредоточьтесь. В первую очередь он — галлюцинация, наверняка вызванная побочным действием лекарств. Так выпишите мне другие! Непременно. Хотите знать мое мнение? Мне кажется, преторианец — это видение не только ваш грех. Это отражение внутренней войны каждого из нас. Но почему расплачиваюсь только я? Внутренний грех, отражение войны. Дура. Расслабься, брат. Это я. Просто мера предосторожности. Не ожидал, что ты мне позвонишь. Вечно правильный Роман. И внезапно оружие. Подготовился. То, что просил. Вальтер, 9 мм, спильный серийник. Патроны точно не нужны? Нет, остались со службы. Сам же помнишь, как все было. Помню, поэтому и занимаюсь этим. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже на это надеюсь. Вика, я дома! Мы покупаем подарки на Новый год. Буду поздно. Целую. Любимый, не беспокойся ни о чем. Ты же знаешь, для меня всегда самый лучший. Тебя все это не тревожит? Ты что? Наша любовь — это главное. Потанцуем? Я узнал, когда это все случится. Завтра. Дом культуры. Я никогда в тебе не сомневалась. Сделай необходимое. Иначе и быть не может. Ром? Мужик, ты чего?
Ромыч, братан, погнали прокатимся. Классное утро, освежимся. Я правда... Ты специально это сделала? Тихо! Главное, не переживай, в той клинике им помогут. Отдохни. Куда, говоришь, мы едем? К нужным людям. Поверь, они помогут. Поверить. Ты с ней спишь? С Викой? Что? Ты в своем уме? А ты? Я повторю вопрос. Ты с ней спишь? Что за монстром ты стал? Это вы сделали меня таким. Соберись. Атака рядом. Будь готов. Ром, а где Дима? Пусть лучше скажет, где патроны. А где патроны к пистолету? Вика! Я не могу тебе сказать. Она не верит. Значит, и ты мне не веришь. Верю, правда, но я волнуюсь за тебя. Это может плохо кончиться. А хэппи-энд никто не обещал. Где патроны? Я их выбросила. Чушь! Она скажет, если надавить. Послушай, думаешь, ты избранный, единственный, кто может что-то сделать? Нет, ты просто псих, и не больше. Заткнись. Замолчи! Прости, пожалуйста, давай поговорим. У меня нет на это времени. Роман, кажется, у вас сегодня нет приема?